Лекция на тему принятое снаряжение департамента. Пояс офицера состоит из двух пар магазинов с патронами, тазерган, рация, фонарь, две пары наручников, пара перчаток, телескопическая дубинка, табельное оружие, ГЛОК-19, перцовый баллончик, дубинка. Фу. Так. Огнестрельное оружие, получается, пистолет ГЛОК-19, карабин М4, помповое ружье, Мосберг 500. Вопросы есть по лекции? Нету. Нет. В большем случае вместо просто обычной М-ки пользуют карабин R-15. Держу в курсе. Спасибо, то, что вы поумничали. Выговор. Пар магазинов с патронами в поясе офицера? Три. Угу. Две. Но две на поясе офицера. На груди. Ну да. Лекция на этом окончена.